9 красавіка у некоторых районах и областным центры распачнутся мясцовые субботники. На уборку выйдут все предприемства, организации, громадские объединения. Дарэчы, у Могилеве городский субботник пройдет без перелечения грошовых сродков. Жыхароў просят допомогши убрать территорию. Многие навести чистюню вырашили до субботы. Гэта территория Могилевской гимназии номер 2. Покуль идут занятки первой смены, наставники, которые работают у другой половины дня, а так само техработники, субботник вырашили провести заходя. Доброе надворье, кажуть, сприяє. Погода очень отличная. Весело, хорошо на природе работать. Краска хорошо, быстро сохнет? Сохнет быстро, да. Сейчас солнышко хорошо светит, так она быстро. И мы так слегка вот только обновить немножко. Смотрите, какая хорошая сегодня погода. Светит солнце, хорошее настроение. Почему бы не поработать на благо родной школы? В субботу мы поедем за город. Тоже будем открывать дачный сезон, наводить порядок в своих, на своих дачных участках. Зараз наставники пробирают школьную территорию от осенней листоты, рыхтуют клумбы. У субботу плануют побелить древы, пофарбовать бордюры. Коллектив нашей гимназии насчитывает больше 100 человек, и в связи с этим мы решили субботник как бы разбить на два этапа. Сегодня часть людей вышла и работает на субботнике, а большая часть с детьми выйдет еще в субботу и в субботу работу продолжит. Татьяна Сергійчык, Александр Артемьев, Новини регион.